Хорошо, но в вашей логике, если они не добьются хотя бы даже каких-то относительно успешных результатов, которые можно продавать своему общественному мнению, а также использовать как переговорную позицию на переговорах, то что тогда? Как дальше они будут действовать? Тогда они... Мы же помогать им не собираемся в этом? Нет, они будут продавать две вещи. Они будут говорить, что на самом деле цели все достигнуты. Смотрите, Украина же не идет в НАТО. Мы ее, не важно, что НАТО нас не берет, они продадут, как будто они этого добились. Во-вторых, что, кстати, частично является правдой, потому что они поработали очень сильно с Европой и странами НАТО на двусторонней основе, и некоторые дрогнули. Ну, это было еще до войны. Так вот, второй момент – это то, что мы их демилитаризировали, разбиты все военные аэродромы, там некому летать. Мы уничтожили всю авиацию, они же это заявляют. То, что она их бомбит каждый день, это дело такое. Но важно, что они скажут, ну вот нет авиации. Мы там, значит, что? Мы там вот нанесли серьезные потери проклятым националистическим батальонам, они уже никогда не поднимутся, там, имея в виду Азов и Мариуполь там, и так далее. И есть на самом деле, телевидение продаст. Но я думаю, что Путину понадобится козлы отпущения, и он их найдет. Если вспомнить героев Чеченской войны, всех генералов в российских кавычках, которые пали то в автокатастрофах, то жена убила, как Рохлина, как говорят, то там еще что-то, то что-нибудь подобное будет и в России, только оно может произойти не постепенно, а разово. Но я практически уверен, что будет скрыт ужасный заговор, который пустил глубокие корни где-нибудь в МИДе, в ФСБ и МО вместе взят. Потому что только они могли втянуть в эту авантюру. Все должно было быть не так, только они могли так бестолково и специально бестолково управлять операцией. А Путин скрыл и победил. Теперь в России все пойдет иначе. Теперь у нас снимут санкции, мы демилитаризовали Украину, заговор вскрыли. То, что эти посылы будут абсолютно нелогичны, никого не остановят. Главное, что они будут сказаны уверенно, бодрым голосом. И из всех башен Кремля. Вот примерно такой будет выход, как мне кажется. У меня еще есть вопрос, Алексей. Вот если говорить о жизни после войны, если... Путин действительно, если Россия действительно хочет завершения этой войны больше, чем мы, то по факту есть два варианта. То есть есть вариант, они уходят собираться силами, и вот вы проводили параллель с первой чеченской, и собираться силами для какой-то условной второй чеченской, либо же мы, как некоторые военные эксперты говорили, что мы должны готовиться к формату жизни, ну, условно, как в Израиле, либо это что-то совсем другое, третье, не похожее ни на что. Вот здесь у вас есть это понимание вот этого будущего? Ваш покорный слуга в 2014 году сказал, правда, меня тогда слушали значительно меньше, чем сейчас, но я сказал следующее, что мы заснули в Европе, а проснулись в Израиле. И это очень надолго, на несколько десятков лет вперед. И людям надо соотнести с этой реальностью, да или нет. Я практически уверен, прописью практически уверен, что мы будем жить теперь все время в такой серии то пограничных инцидентов, то каких-то мелких схваток, стычек. Во-первых, неизвестно, удастся ли деоккупировать всю территорию, вспоминаем, что не просто наступать и освобождать. Во-вторых, как бы то, что мы будем побеждать партизанскую войну и бить, так это же еще может быть позиционная фаза войны, может достаточно долго длиться. Потому активная скоро закончится, потому что у них резервов нет. А позиционная может еще продлиться. Так вот, там у нас преимущество, но его тоже реализовать будет непросто. А то, что они в течение года, двух или еще нескольких лет, смотря зависит от санкций, какие снимут, какие оставят, что будет внутри России, очень слишком много переменных, попытаются реализовать второй раунд, поквитаться. Это 101%. Ну хорошо, давайте, 99%. Проблема только в том, приятно новое заключается в том, что это не будет такого масштаба вторжения. У них просто сил нет на такого масштаба вторжения. Но попытка, например, мы сейчас отстоим Мариуполь, попытка его снова взять вполне возможно. Попытка нас отрезать от Азовского моря вполне возможно. Новая попытка в Харьков взять потом, сейчас уже нет, не верю, но вполне возможно. Пограничные инциденты, да, где-то там что-то на Новокаховские шлюзы опять выйти, там на Херсон, тоже вполне возможно. И мы новый Израиль в этом смысле, только у нас ситуация посложнее, чем у Израиля, потому что мы имеем с превосходящим противником, а Израиль, наоборот, превосходит всех своих противников и так далее. И люди должны определить, меня сейчас, вот после того, как я это сказал публично, меня начали спрашивать люди в комментариях, а как жить, как растить детей, как вот строить планы. А вот так жить, растить детей, строить планы. Потому что здесь надо уже определяться, вы хотите разделить этот образ жизни или нет, который всегда был украинским коренным. Здесь всегда было пограничие. И Запорожская Сечь существовала не просто так. Туда принимали людей, которые готовы были разделить этот образ жизни. В Израиле хай-тек, в Израиле медицина одна из лучших в мире. В Израиле очень высокого уровня высшего образования. В Израиле живут люди, рождаются дети и так далее. Но просто там все военные. Как у нас сейчас все стали военными и останутся все военными. Можно выбирать. Да. Те люди сейчас должны сделать выбор. Они хотят жить в такой стране и защищать ее? Или надо тогда искать другие способы экзистенции? Ну да, в Израиле целое поколение выросло в бомбоубежищах. Когда Сирия еще была сильна, когда Сирия держала голландские высоты, с которых можно было обстреливать израильские города и села, находившиеся ниже голландских высот, вот с 47 по 67 год, вот там все жили в бомбоубежищах по несколько тревог в день. Израиль сейчас живет в бомбоубежище, хотя последний раз с армией они сражались 40 лет назад, в 1973 году. После этого только террористы. Ну, еще небольшой эпизод в Ливане был в 1982 году. Они до сих пор по много лет, несмотря на то, что израильская армия – это сверхмощная сила по сравнению с террористами, продолжают жить в убежище, потому что воевать трудно. Даже сверхмощная израильская армия, которая превосходит террористов тысячекратно, все равно вынуждена сидеть месяцами в убежище, когда лупят из Газа, или Хазбалла лупила в 2006 году из Ливана Южного. А с тех пор дальность ракет увеличилась и так далее, и так далее. И тут надо... В каждой израильской квартире, если вы знаете, нельзя сдать новый дом, если там нет убежища. И первое, чем учат пользоваться, это пользоваться этим убежищем. Что делать, если тебя завалило, обучают телефонные службы и прочее. И противогазы в каждой семье. Противогазы в каждой семье постоянно обновляются, все служат в армии. Но, тем не менее, страна растет, цветет, развивается. Есть израильская культура, фильмы, есть космонавтика израильская, пусть не пилотируемая, но тем не менее. И есть хай-тек, есть этот самый. Это такой образ жизни. И мы тут фронтир Европы. Ну вот смотрите, извините, что перебиваю, Алексей. Один вопрос мне хотелось обязательно задать. Вот это и в связи с образом жизни, и в связи с последними событиями, свидетелями которых мы являемся, ну, скажем, там, в интернете. Сейчас все соцсети заполнены видео и фотографиями людей, которые возвращаются в Киев. Пробки на дорогах теперь уже в обратную сторону, с запада на восток. При этом Министерство внутренних дел предупреждает: дорогие украинцы, не торопитесь возвращаться. Могут быть новые обстрелы, новые бомбежки. Вот насколько велика реальность того, что... Достаточно взглянуть там в Википедию и посмотреть на дальность тех же самых крылатых ракет или других видов ракетного оружия. Насколько безопасно сейчас в Киеве, на ваш взгляд, будет в ближайшие недели и месяцы? Смотрите, дело в том, что не существует на территории Украины безопасного места. Единственное место, куда не били, это Закарпатье пока. А так били и по Львову, и по Ивано-Франковску, везде. Ирония заключается в том, кстати, мало кто это знает, но скажу вам, что по нами бьют теми ракетами, которые мы передали по Будапештскому меморандуму Российской Федерации. Потому что основные ракеты, которые сейчас летят, это крылатые ракеты авиационного базирования, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, не заходя в пространство. У них дальность до 3000 километров, 2,5-3, поэтому им все равно откуда запускать, хоть от Северного полярного круга. И в этом смысле безопасных мест не существует. И здесь выбирать киевлянину, оставаться ему в Ивано-Франковске либо в Киеве, когда и туда может прилететь, это как бы выбирать самому киевлянину. Сегодня прозвучала, кстати, мысль, что якобы они могут вернуться под Киев и снова на него напасть, но это как раз относится к разряду начала нашего с вами разговора, когда вы говорили, что Путин может любые безумные планы поставить, даже если они неосуществимы. Так вот, попытка взять Киев второй раз – это как раз те самые безумные планы, которые неосуществимы. Потому что более идиотской военной стратегии, чем взять с кровью позиции, еле-еле их удержать, быть выброшенными отсюда военным путем и снова пытаться брать, когда для этого нужна группировка минимум такая же, а где ее взять непонятно совершенно. И те, на кого ты нападаешь, гораздо лучше готовы к обороне. Ну, это чистое безумие. Если он отдаст такой приказ, то они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева, до подступов, да, я думаю. Поэтому, ну, я... Конечно, невысокого мнения о путинских стратегах, но такого идиотизма, наверное, даже они не допустили. Я думаю, что основные усилия будут на востоке и на юге сосредоточены. Все-таки. То есть Киеву, с моей точки зрения, киевлянам не очень грозит опасность сейчас. Не более, чем Винница или Ивано-Франковск.